Друзья, привет всем, кто со мной! Сегодня утром решила сделать один из своих любимых молочных коктейлей. И вдруг меня осенило. А почему я до сих пор не поделилась этим простым, полезным и очень вкусным рецептом с вами? Вот сейчас, видимо, как раз удобный момент настал. Итак, как всегда рассказываю рецепт, как готовим, и потом обсуждаю некоторые нюансы. Для приготовления коктейля понадобится 1 стакан молока, 1 банан, 1 чайная ложка меда, капелька экстракта ванили, обязательно несколько кубиков льда, но самый главный секретный ингредиент этого коктейля – это столовая ложка peanut butter арахисового масла. Да, друзья, именно арахисовое масло и кубики льда в коктейле решают принципиально все. Все взбиваем где-то 30 секунд в блендере и готово, можно наслаждаться. Я уже попробовала, очень вкусно. Ну а теперь, как всегда, комментирую со всеми нюансами. Первое. Для тех, кто, посмотрев быстрый видеорецепт, сказал: да, ну блин, арахисовое масло, где его взять? Хочу сказать, да. На Украине этот продукт вообще не популярен по той простой причине, что мы даже не знаем, что с ним делать. И я признаюсь честно, даже я никогда не обращала специально внимания и не задавалась целью, а где же найти peanut butter. Peanut butter, то бишь арахисовое масло, на самом деле у нас, конечно же, есть. К сожалению, не во всех супермаркетах, но вы можете при желании его найти. Посмотрите ряды мед варенья или спросите у продавца этого магазина. Пункт 2. Без арахисового масла и льда коктейль у вас потеряет весь смысл. Это будет действительно обычный молочный коктейль, ну, которых, я не знаю, действительно уникальности, ну, никакой. В чем смысл, когда вы кладете peanut butter и кубики льда? Кубики льда придают не только нужную температуру коктейля, но, естественно, когда вы их взбиваете, они разбиваются на мелкие-мелкие кусочки, что привносит коктейль определенную текстуру. Арахисовое масло, в свою очередь, естественно, влияет не только на вкус коктейля, но и, конечно же, придает определенную воздушность коктейля и, естественно, весьма специфический вкус. Третье. Конечно, если вы готовите для детей, наверное, кубики льда лучше не класть. Но для взрослых, поверьте, без льда будет вообще не то. Четвертое. Конечно же, все зависит от ваших предпочтений. И если вы любитель сладкого или наоборот на диете, вы можете класть или не класть мед по вашим предпочтениям. Лично я мед кладу не всегда, поскольку мне достаточно сладости банана. Также иногда по желанию добавляю шоколад. Но, как всегда, призываю всех сначала попробовать рецепт, предложенный мной, то бишь классический и первоначальный, а дальше уже экспериментируйте по своему вкусу с ингредиентами. Какой там пункт? Четвертый, пятый. Вы знаете, только банан. Как бы вы ни пробовали положить в данный коктейль вместо банана ягоды или какие-либо другие фрукты, знаете, есть такое выражение «не то пальто». К сожалению, в данном варианте peanut butter, банан и молоко, да, вот это создают шарм именно этого коктейля. С ягодами, я не знаю, это какой-то другой коктейль. И шестое. Естественно, все мои рецепты можно модифицировать под супер правильное питание. И вы просто немножечко меняете ингредиенты. Не кладете мед. Кладете просто банан, вместо молока это может быть там супер, там 1% молоко, может быть даже там вода с протеином, смотрите сами. Единственное, чего вы не сможете заменить, это peanut butter, оно должно присутствовать, потому что это главный гвоздь и главный секретный ингредиент данного коктейля. Ну что, мои дорогие, пробуйте, пишите свои комментарии, понравилось или нет. Рецепт из серии «Все гениальное просто, но очень-очень вкусно, поверьте». Ну а на этом всем пока-пока, увидимся!